Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий», в которой мы расскажем об астрологическом прогнозе с 27 ноября по 3 декабря. В центре внимания на этой неделе – стрельцы. Их главное качество – чувство юмора и неиссякаемая энергия. Это знак зодиака независимых, общительных и дружелюбных людей. Подробнее о представителях созвездия расскажет астролог Янина Балашова. Стрелец – это изменчивый огненный знак, управляемый энергией Юпитера. Камни-талисманы – аметист, топаз и хризолит. Для людей, родившихся с 23 ноября по 22 декабря, характерны оптимизм и конструктивный настрой, приподнятость духа и высокий моральный устой. В них сильно развито чувство законности. Из стрельцов получаются хорошие юристы, бизнесмены и религиозные деятели. Они щедрые и открытые. Любят путешествовать, предпочитают жить в домах на возвышенности. А если это квартира, то в ней обязательно должен быть балкон. Многие из стрельцов воспринимают жизнь как игру. Представителям этого знака часто везет в жизни. И удача сама плывет в руки. Весь мир благосклонен к ним и исполняет желания почти мгновенно. Овнам предстоит многое пересмотреть. Придет осознание того, что всех денег не заработать и всю работу не переделать. В этот период будут очень перспективными командировки и поездки. Во время небольшого путешествия вы сможете немного отвлечься и зарядиться положительными эмоциями. Наиболее напряженной и эмоциональной для тельцов станет первая половина недели. Будет много споров отчасти из-за вашей несговорчивости в профессиональной деятельности. В отношениях с близкими людьми стоит быть все же более внимательными и деликатными. Умение видеть важные мелочи и последовательно планировать каждый шаг позволит близнецам быстро справиться с многочисленными делами. Но постарайтесь не пропадать на работе круглосуточно. В начале декабря раков охватит жажда бурной деятельности. Новые ощущения наполнят вашу жизнь. Да и вообще месяц обещает быть для вас плодотворным. Предоставится множество возможностей проявить себя. Но не стоит забывать про семью. Постарайтесь проводить с детьми и близкими свободное время. Больше гуляйте на свежем воздухе. Также звезды советуют наладить существующие отношения. А одиноким представителям знака декабрь даст возможность встретить вторую половинку. Львам захочется сделать более комфортными условия в квартире или доме. Но не забывайте держать финансы под контролем. Необдуманные траты нежелательны в данный период. Первая половина недели потребует от львов рассудительности и самообладания. В отношениях вас могут поджидать искушения. Сумейте их перебороть и будьте верны тем, кого любите. А для тех, кто еще не состоит в отношениях, звезды обещают интересные знакомства 27 и 28 ноября. У дев появится возможность улучшить финансовое положение. Представителям знака захочется перемен в жизни. Будьте настойчивы и решительны. И внимательно распределяйте время и силы на этой неделе. Важно, чтобы ваши интересы не расходились с интересами партнеров. Эта неделя обещает быть продуктивной для весов и принести финансовые успехи. Однако предстоит потрудиться больше обычного. Вы будете находиться в постоянном движении, решать огромное количество задач. В конце ноября приготовьтесь к многочисленным встречам с разными людьми. Скорпионы в начале декабря будут особенно активными. С каждым днем все ближе, приближаясь к своей цели. Этот период даст возможность взять инициативу в свои руки, начать действовать и воплощать идеи в жизнь. Одиноким скорпионам звезды обещают неожиданное знакомство.
Стрельцам предстоит вплотную заниматься семейными делами. Финансовый результат месяца зависит только от ваших усилий. Главное, не ленитесь, и тогда у вас все получится. Также на протяжении этой недели Стрельцов ждут неожиданные встречи с друзьями. Козероги благодаря труду и упорству на этой неделе могут достичь нужных результатов в профессиональной сфере. А в личной жизни интуиция будет вашим лучшим советчиком. Внутренний голос приведет вас к нужным людям и подтолкнет к решительным действиям. Водолеев ждет множество перспектив. Неделя подарит шанс решить финансовые вопросы. Возможно, поступят предложения по новой работе или дополнительном источнике дохода. Самым смелым и рациональным декабрь подарит возможность приобрести жилье в другой стране. У рыб в начале декабря ожидается много поездок. Для повышения квалификации некоторые из вас начнут обучение. Середина недели может сопровождаться финансовыми трудностями. Будьте бдительны при совершении платежей. Также на этой неделе представители водной стихии ждут новые знакомства. Семейным рыбам звезды рекомендуют отправиться в совместное путешествие. Помните, ваша судьба в ваших руках. Действуйте смело и решительно, а звезды помогут выбрать верный путь. С вами была Наталья Буслаева и программа «12 созвездий». До новых встреч и будьте счастливы!